Первое, что нужно знать о покупке слухового аппарата, его невозможно подобрать самостоятельно. Обязательно требуется консультация специалиста. Один из главных подводных камней – неподходящее оборудование может лишь усугубить проблемы со слухом. Наш центр занимается решением проблем со слухом. Мы предлагаем слуховые аппараты от ведущих мировых производителей Дании и Швейцарии. Прием у нас ведет аудиолог. Это специалист, который знает все особенности и тонкости настройки слуховых аппаратов и поможет подобрать нужный вам слуховой аппарат. Наша консультация у нашего специалиста бесплатна. Главная задача специалистов центра аудионика – вернуть пациенту нормальный слух. Обследование длится 1,5 часа. Как правило, пациенты не сразу замечают серьезность проблем. Все благодаря способности считывать речь собеседника по губам. Но это совершенно не значит, что слова четко слышит само ухо. Когда вы находитесь в определенном шуме, как вы слышите собеседника? Если один, то достаточно. Смотрю на него. Если несколько, приходится каждому поворачиваться. Вы всегда смотрите на собеседника? Да. А если, допустим, вы приходите, а доктор надел маску, как вы себя чувствуете, когда доктор разговаривает с вами в маске? Слежу за его лицом. Подход к каждому пациенту индивидуален, корень проблем может быть разным. Обследование показало, в Олесином случае виновата, скорее всего, усталость и рассеянное внимание. Со слухом все в порядке. Но если бы девушке потребовался слуховой аппарат, прежде всего ей бы дали попробовать его в тестовом режиме. Покупка – это еще далеко не все. Датские цифровые аппараты Videx – полноценные программируемые компьютеры, которые нуждаются в тонкой настройке. Центр аудионика всегда сопровождает своих пациентов. Адаптация у всех разная, и в зависимости от того, как проходит у человека адаптация, мы назначаем, делаем новую настройку, и каждые полгода мы его контролируем. Получить консультацию единственного в области сурдоакустика аудиолога и подобрать аппарат из 130 доступных наименований можно по адресу: улица Комсомольская, 243А. Запись на обследование производится по телефону.